Всем привет! Значит, для вот этой камеры я потерял зарядное устройство. В общем, ну что делать, что делать? Оригинальное зарядное устройство от этой камеры стоит, значит, у нас где-то там 1500 рублей в пределах. И то тоже, если вам повезет, где-то взять подешевле. Но это вот такое вот зарядное устройство. Значит, она у нас 5 вольт 2 ампера. Это уже даже выше она по мощности, чем оригинальная зарядка. Значит, разъем это вот такой вот он, как на PlayStation, что ли, вот он там, я посмотрел по спецификациям, в общем, зарядка рабочая, все это плотненько ставится. Также там и есть варианты, ссылочку оставлю, вот, значит, на эту зарядку, и оставлю ссылочку на кабель. Есть такой кабель, и он тут USB провод у него, просто в это, в USB какой-нибудь зарядник включаете, тоже заряжаете. В принципе, наверное, будет вещь как универсальная. И также вот, значит, аккумуляторные батареи усиленные. Это не оригинальные батареи. Ну, написано Panasonic. Все, я включил. Только что вот недавно посылочку получил. Вот они все работают, эти батареи. Две совершенно одинаковые. 2 часа 40 минут. Они не до конца заряжены. Как вот пришли они с магазина. Все, камера работает с ними, все записывает. Такая же батарея совершенно. Обе рабочие. И также у нас, так, давайте включим. Это вот зарядное устройство. Вот такие вот у него спецификации. Значит, вот с этим зарядником два вот этих аккумулятора стоили 2500 в рублях. Где-то примерно плюс-минус. Ну, я за доллары брал. За доллары, кстати, дешевле брать на Алиэкспрессе. Вот, у меня доллары были на WebMoney. Я взял, значит, две лампочки на зарядке. И у нас тут она работает, просто USB подключаем. Любой зарядное устройство, там, от смартфона, от какого-нибудь. Ну, там, желательно помощнее, чтобы был этот. Вот, как видим, аккумулятор заряжается. Вот оригинальный аккумулятор от Panasonic, от этой камеры родной. Значит, тоже сюда можно ставить, зарядить сразу два. Ну, лучше, конечно, по одному заряжать, будет быстрее. И аккумуляторы желательно, мне кажется, одинаковые заряжать. То есть, либо две батареи одинаковые, но они будут долго заряжаться. Ну, так, в принципе, куда-то приехали, в поход взяли, какое-нибудь путешествие, эти аккумуляторы их зарядили. И вам хватит, я не знаю, на сколько снимать. То есть на 6 часов точно, наверное, хватит этих двух аккумуляторов поснимать. И плюс вот этот еще там 1,5 часа. Вот получается 7,5 часов. То есть снимать смело можно. Это весь день можно снимать, прям не выключая камеру. Вот такая вот штука. В принципе, недорого. Оригинальные такие аккумуляторы стоят 7 рублей штука. 7000 рублей. Где-то 7500 даже я видел. В общем, тоже как где найдете. В ДНС, по-моему, 5000 не оригинал стоит. Ну, а здесь на Алиэкспрессе я ссылочку вам оставлю. Вот эти годные аккумуляторы. Другие не берите, бывает, они не подходят к камерам. Ну, вот эти проверенные. То есть можно брать с камеры. Они именно вот с этой они работают как надо. Вот. Значит, насчет камеры. Насчет камеры у нас... А, можно заряжать, да, вот этим зарядником. Значит, можно заряжать камеру во время записи. То есть его подключаем, можно аккумулятор снять, и все будет нормально заряжаться. Не вопрос. Я сейчас снимаю на другую камеру Panasonic. Там вот, к сожалению, она немножко постарше, но вот она, вот эта камера, она получше, поновее, но в чем-то лучше, в чем-то хуже. Надо будет, наверное, снять сравнение этих камер между собой. Здесь мне вот стабилизация нравится, как работает, то есть все четко прям работает, отлично. Не нравится мне вот в этой камере, что микрофон вот с этой стороны стоит у нас, то есть это такой неудобняк, то есть крышечку так вот не закроешь, то есть мешаться будет где-то что-то. Этот микрофон, если его подключите внешне какую-нибудь петличку. Но, в принципе, тут микрофоны такие достойные, пятиканальные, 5.1 звук у них. В общем, и вот здесь вот у нас наушники подключаются. Почему-то здесь. Странно, почему, даже непонятно. То есть наушники не часто используются как микрофон. То есть, соответственно, вот сюда бы наушники вынесли.
было бы еще ничего. А лучше вообще сразу сюда два, вот как вот на этой камере. Там сразу два таких разъема под микрофон, под наушники. Как бы это, я считаю, лучше. Ну, как бы такие пирожки. В общем, выход из положения я нашел. Зарядник потерял, купил. Аккумуляторы купил. Сейчас можно смело отправляться в путешествие. И снимать там спокойно, не парясь вообще о аккумуляторах. Этот зарядник взять с собой, можно к пауэрбанку, если что, подключить, зарядить. Ну, либо еще надо шнур докупить, такой вот USB-шный. Есть вообще вот такой шнур в прикуриватель, вот такой вот, и USB, да, ну, в прикуриватель такой зарядка USB-шная. Тоже раз вставляете, там где-то в машине можно зарядить. Ну, и также вот с этой, в принципе, то же самое можно сделать. Зачем нам камеру держать, когда у нас есть зарядное устройство и куча аккумуляторов. В общем, ну, так вот. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока, не забудьте подписаться на канал.